В Якутск прилетел герой России Николай Соболев. Майор вооруженных сил России прибыл в отпуск на 2 недели. Как рассказал сам офицер, в последний раз он был в столице республики в 2011 году и первым делом отправился на экскурсию по городу. Николай Соболев окончил столичную школу номер 3, после окончания которой получил образование в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. До назначения в зону проведения специальной военной операции командир батальона вооруженных сил выполнил свой профессиональный долг на территориях арабских стран. Напомню, Николай Соболев стал 6-м героем России из Якутии. Гордость, такое прям ответственность, очень большая ответственность. Все так вот, ну, сами видите, какое уже внимание идет. То есть мы уже такие непростые люди, как говорится. Нельзя ошибиться уже, все, вот уже по-другому никак. Это было непривычно, опять же, таки, как-то вот мы... Нас вот вроде наградили, и мы где-то еще, наверное, сутки-двое, наверное, думали, ну, вроде вот уже награда, а вроде и нет, непонятно было.